Так, всем привет! В этом видео расскажу, как сделать творог. Вот у меня вот такой вот творожок я купил себе, да? В общем, неважно. Отсыпал творог, творог, он же сыр, кисломолочный, в общем, как его только не называют, но неважно. Значит, смотрите, если он у вас такой плотной консистенции, вот как у меня, да, то берем вилочку и, скажем так, разрыхляем его. Вот, чтобы он такой имел рыхлую консистенцию. Вот. Отличненько. Далее смотрите, что нам понадобится. Сметанка. Вот сметанка. Любая жирность там может быть. От 5 до сколько там сейчас максимум? 20-25. Добавляем сметанки. Много не надо, потому что будет слишком жидкий творог. Да, сметану, творог после того, как осталось что-то неиспользованное, сразу ложим в холодильник. Теперь смотрите, вот сахар у меня тоже насыпаем. Ну, немного, наверное, чайную ложку, может быть, две. Ну, зависит от того, сколько вы все-таки творога используете. И все, после этого всю эту смесь надо тщательно перемешать, чтобы не было отдельных скоплений сметаны и, собственно, сахара. Сахар можно заменить медом. Ну, можно изюм сюда добавить. Ну, мы делаем такой классический вариант. Класс. Так. Перемешиваем, перемешиваем. Да, много делать не надо. Делайте ровно столько, чтобы съесть за один раз. Вот. Все, когда вот так перемешали, видим, да, я уже не вижу, чтобы был отдельно сахар где-то виден. Сметана тоже отлично перемешалась. Теперь можно пробовать. Ну, прекрасно, я бы сказал бы так. В общем, вот такой простой рецепт. Можно, да, там, сметану заменить молоком. Ну, тогда ее еще меньше надо лить. Сахар можно заменить медом. А творог можно заменить пельменями с майонезом. И тогда вообще будет офигенно. Вот такой вот рецептик. Всем пока!